Заходим, братья и сестры, заходим в трапезную, начинаем. Детей тоже, толкование будем читать. Заходим, начинаем. Царю небесный, утешителю души истины, и живи здесь, и все исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди, вселися в мы, и очисти мне всякие сверны, и спаси блаже души наша. Господи, молим Тебя, благослови наше собрание, прибудь с нами в этот воскресный день, сохрани нас в любви, согласии, единомыслии по слову Твоему. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Что в детской все вышли сюда? Сюда заходим. Присаживаемся, присаживаемся. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Марка, 2 глава, с 1 по 5 стихи. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места. И он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. И имея возможность приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился. И прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. И Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Не отвлекайся. Толкование. Сестра, я прошу вас не разговаривать. Вера мужей, принесших расслабленного, была столь велика, что они проломали кровлю дома и спустили его.
Посему и Господь подает ему исцеление в виде веру сих пришедших или веру самого расслабленного. Ибо и он сам не позволил бы взять себя, если бы не веровал, что исцелится. Впрочем, Господь часто исцелял ради веры одного приносящего, хотя приносимый не был верующим, и напротив, часто же врачевал ради веры приносимого, хотя приносящие не веровали. Прежде всего отпускает он грехи болящему, а потом врачует болезнь, потому что труднейшие болезни большую частью происходят от грехов. Как и в Евангелии от Иоанна, Господь производит от грехов же болезнь одного расслабленного. Этот упоминаемый у Иоанна расслабленный есть не один и тот же, что есть не один и тот же с упоминаемым ныне. Напротив, это два разные человека, ибо упоминаемый у Иоанна не имел человека помогающего, а нынешний имеет четырех. Именные. Подписан. Татьяна Капустина, кто посетит? Так, ей передашь. Подписал, да плохо там зашел. Так, Валентина Фоменко. Где Любовь Николаевна? Вот она, вот. Валентина передашь. Иоанна Кузьминична, кто посетит? Ну давайте я тоже. Давай. Ну, все. Это просфоры. Пекла мне новая просфорня по Теряевке. Ну вот, пока так это не совсем. Кто-то сказал, чтобы, говорит, научиться правильно, когда хорошие то получались, нужно мешок муки над просфорой стряпать, тогда будет хороший получаться. Это первый раз. Вот. Так, следующий, значит, приезд будет через воскресенье. Также готовьтесь к исповеди. И потом будет второе еще на верное воскресенье. Я буду здесь. Еще две исповеди будет. Великим постом. Так. Ко мне какие вопросы есть? А то я еду сейчас болящий. Ну. Дочка, расскажите, Потеряевка. Потеряевка стоит твердо. Дороги начинают хоть немножко проясняться. А у нас дороги никогда не были в тумане, всегда ясные дороги. Это хорошо. Конечно. У нас хорошо. Хоть где. На машине. У нас хоть зимой, хоть летом, у нас всегда. Вода будет туда. Как вода? Это не ко мне этот вопрос. Я думал, как бабы скажете. Может не быть. Может и быть. А сок березовый есть уже? А? Березовый сок есть? Родина щедрая? Есть, у меня в морозилке. Да еще рано, какой да. Еще есть. Да нет, это я не задал бы такой вопрос про березовый сок сейчас. Еще морозы идут, морозы ночью бывают до 12-15 градусов. Какой? Я спрашиваю, тает хоть или нет. Траншею-то не копали больше? Да нет, некому копать. Там траншею для нас, для некоторых копаю уже в другом месте. Нет, нет, Гонька, не копали. Может, будет, но... Надо снежный десант высаживать. Ну, да, кого? Да? Там кто-то увидели в этом, в интернете, будто война техника, какой-то десант. Все давай уже, где у кого-то останавливаться, кто будет там, значит, это, у кого столоваться, все всполошили, где ждем, нет, и нет, и нет, десанта нет. А все уже кто-то сказали, все, говорят, завтра приезжают. Ну, я говорю, ну, у меня на втором этаже там 4 места, можно, значит, там это... Ну все, ну нет десанта, ладно. Да справимся, там не так много. Сейчас вот на этих малых прудах все уже прочистили, там эти сделали проход, а на большом там потом сделали. В понедельник, наверное, все назначены, когда прокопали. Снега не так глубоко, как в том году, да? Ну, как сказать, по сравнению с прошлым годом примерно так же. А в позапрошлом году было больше примерно в 2 раза снега. Да, как будет таять, видите, другой раз весна резко начинает таять, и тогда идет. А другой раз днем потаяло, ночью мороз, опять подтаяло мороз, и снег сошел, и воды нигде не было. Вот, бывает так, видите, оно не скажет, что так. Ну, прогноз там эти МЧС передают, что будет, особенно там, где вот, в Горном Алтае, будет сильное тепло резко, и поэтому, говорит, будет большое наводнение. Там где-то они уже тонны, говорит, взрывчатки закладывают, взрывают, там лед взрывают, чтобы не было заторов, каких-то уже бомбят там. Это,
Ну вот там, ну я слышал по новостям, там это говорят, что ждут сильно наводнения, что может резко, ожидают, что весна будет, говорит, ранняя, резкое потепление будет. Вот, поэтому может и быть резко там. Но у нас не подтопит, только если где плотину прорвет там. Вот. Бобры есть, нашел я на этом пруд, который возле храма. Пошел я туда к плотине, по снегу с собачкой. Смотрю, возле, не доходя плотины, метров 6, наверное, там, может, 7. Полынья. Кругом все замерзло, а это полынья. Прямо полынья, вода стоит. Видно, что никогда не замерзшая. Везде там на снегу, на льду снегу примерно полметра снегу. На льду. А это чисто и полынья, прям вода там. Значит, родник какой-то там. Да какой там родник? Родника нет. Там какой-то там, кто-то, по-моему, зверек какой-то. Нет. Ну и напротив там эти коренья такие от старых, которые были. Я посмотрел, идет внизу плотины нора примерно такого диаметра. Вот так вот. Ну сколько, я палку на 2 метра засунул, на 2 метра палка зашла, дальше там уперлась и нет. Пошел я по тому берегу, где деревья срезали, туда, где кусты-то. Вот. А здесь у плотины мы деревья не оставили, ни одного дерева. Вот. А там остались и некоторые деревья. Вот одно дерево было примерно вот такой толщины, где-то сантиметров 40, полметра в диаметре. Так он с двух сторон его прогрыз, осталось в серединке, примерно вот такой, только в серединке осталось. Дерево еще стоит, если ветер дунет, оно упадет. И дальше другие пеньки, которые остались от спиленных деревьев, и которые живые пеньки, от них почти отрасли, он все их погрыз. Все до одного. А сухие пеньки, которые посохли, ни один не тронул сухой. А остальные грызет все. Ну вот такие, как его? Смотри, лови, ну лови его, его, говорит, надо сторожить. Ну как сторожить там? Почему капкан ставить надо еще? Ну ставь капкан. Приезжай, ты поставишь. Ну, надо капкан нужен. Приезжай, поймаешь, твой будет бобер, старухе свой наворотник сделаешь, приезжай. Там у них струя дорогая, говорят, я читал, струя какая-то бобровая, их в аптеку сдают. Ну приезжай, вот возьмешь струи в аптеку, дашь, приезжай. Ружо надо. Да нет, с ружьем ничего ты не сделаешь. Ну, ружье есть. Он не появится. Ну ладно, все это, есть какие вопросы ко мне еще, а то я поеду. Все? Поклон Мазурки. Ладно, хорошо. Сочните еще раз. На следующей неделе и стойте, наверное. И, наверное. Через неделю. Точно, на следующий. Осталось еще 4 недели. Да. Вот. Батюшка, там на следующий или на через? Через неделю. Как 4? Через воскресенье. 5 недель осталось поставить. 5 через воскресенье. 5 недель осталось. 5 недель осталось. 5. Ну, 4. Ну, все тогда благословляйте. Он имеет в виду до пасхальной недели. Эту-то не считаем. Он уже там, конечно. Чего вы считаете? Последнюю вообще не считаете. Продолжение толкования. Страстная седмица, все уже, конец. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Но должно сказать, что упоминаемый у Матфея, глава 9, и здесь у Марка, не есть один и тот же. Евангелие от Марка, 2 глава 6 по 12 стихи. Тут же сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих. Что он так богохульствует, что может прощать грехи? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус тотчас, узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел пред всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: никогда ничего такого мы не видели. Толкование. Фарисеи обвиняли Господа в богохульстве за то, что Он отпускал грехи, так как это принадлежит одному Богу. Но Господь дал им и другое знамение Божества Своего, знание сердца их, потому что одному Богу известно сердце каждого, как и пророк говорит:
Ибо ты один знаешь сердце сынов человеческих. 2 Паралипоменон 6.30. Между тем, фарисеи, хотя и было Господом открыто, что у них в сердце, остаются бесчувственными, и знающему сердца их не уступают того, чтобы он мог врачевать и грехи. Тогда Господь через исцеление тела удостоверяет в том, что он исцелил и душу, то есть посредством явного утверждает сокровенное и посредством легчайшего труднейшее, хотя это казалось им иначе. Ибо фарисеи исцеление тела как действие видимое почитали труднейшим, а врачевание души как невидимое легчайшим. И рассуждали как бы так. Вот обманщик, который отклоняет от себя исцеление тела, как дело очевидное, и врачует невидимую душу, говоря, прощаются тебе грехи. Если бы он в самом деле мог исцелить, то, наверное, исцелил бы тело, а не стал бы прибегать к невидимому. Посему Спаситель показывает им, что он может совершить и то, и другое, и говорит, что легче врачевать, душу или тело? Без сомнения, тело. Но вам кажется напротив. Итак, я исцелю тело, но на самом деле легко, а только вам кажется трудным. И тем уверю вас в исцеление души, что действительно трудно. И кажется легким, потому только что невидимо и необличаемо. Так поступает Господь и с душевными немощами. Не только освобождает нас от грехов, но и подает нам силу для исполнения заповедей. Итак, и я, расслабленный, могу исцелиться. Ибо и ныне есть Христос в Капернауме в доме утешения, то есть в церкви, которая есть дом утешителя. Я расслабленный, потому что силы души мои недейственны и недвижимы во благо. Но когда 4 евангелиста возьмут и принесут меня ко Господу, тогда услышу слово Его, чада, ибо я делаюсь Сыном Божиим через исполнение заповедей, и мне отпустятся грехи. Но как принесут меня к Иисусу? Подломавши кровь. Что же кровь? Ум, как верх существа нашего. На этом крови много земли и черепицы, земных дел. Но когда все это будет сброшено, когда будет разломана и освобождена от тяжести сила ума, когда потом спущусь вниз, то есть смирюсь, я не должен возноситься вследствие облегчения ума моего, но по облегчению обязан не спуститься, то есть смириться. Тогда исцелюсь и возьму одер мой, то есть тело, возбуждая оное к исполнению заповедей. Ибо не только должно восстать от греха и познать свой грех, но и взять одер, то есть тело, для несения добра. Тогда можем достигнуть и созерцания, так что все помыслы у нас скажут. Никогда не имели такого разумения, как ныне, исцеляясь от расслабления. Кто очищен от грехов, тот поистине видит. Евангелие от Иоанна, 10 глава, с 9 стиха. Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Толкование. Кто мною дверью войдет и приведется к Отцу и станет его овцою, тот спасется. И не только спасется, но и получит великую неустрашимость, как и Господь и Владыка. Ибо это обозначает словами «и войдет, и выйдет». Так и апостолы смело входили и выходили пред повелителей и выходили радостными и непобедимыми. Деяния 5.41. И найдет пастбище, то есть обильную пищу. 10 по 13 стих Евангелия от Иоанна, 10 глава. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком.
Я есмь пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник не пастырь, потому что овцы не свои. Видит приходящего волка и оставляет овец и бежит. А волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах. Толкование. Так как приставшие к Феевде и Иуде и прочим отступникам были убиты и погибли, то прибавил. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить, называя ворами их и подобных им. А я, говорит, пришел для того, чтобы имели жизнь. Они убивали и погубляли своих последователей. А я пришел, чтобы жили и имели нечто большее, именно причастие Святого Духа, под чем нужно разуметь и Царство Небесное. Итак, во Христе все имеет жизнь, ибо все воскреснут, все имеют жизнь, ибо все воскреснут и будут жизнь и жить. А праведники получат и нечто большее, именно Царствие Небесное. Потом ведет речи о страданиях и говорит: «Я жизнь душу мою полагаю за овец», выражая сим, что он идет на страдания не по принуждению, но добровольно. Когда взяли его, он сказал: «Если меня ищете, то поставьте сих, пусть идут, чтобы исполнилось слово, что никто из них не погиб». Евангелие от Иоанна, 8 глава, 8 стих и 7 глава, 12. И притом, тогда, когда иудеи пришли в него хуже, чем волки на овец, ибо пришли, сказано, с мечами и кольями, чтобы взять его. Лука, 22 глава, 52 стих. Под волком здесь можно разуметь и мысленного врага, которого Писание называет и львом. 1 Петра 5:8. Дьявол ходит, как рыкающий лев. И скорпионом, Лука 10:19, и змеем, Бытие 3:1, Псалом 90, 13 стих. Говорится, что он похищает овцу, когда пожирает кого-нибудь через худое дело. Разгоняет, когда посредством злых помыслов смущает душу. Справедливо можно назвать его и вором, который, обкрадывая через лукавые помыслы, убивает через соглашение с ними, погубляет через дело. Иногда приражается кому-нибудь помысл злобный, это будет воровство. Если человек согласится с лукавым внушением, тогда можно сказать, дьявол убивает его. Когда же человек на деле совершит зло, тогда он погибает. Может быть, и это значит слова. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Господь делает совсем иначе, чем этот вор. Он дает божественную жизнь, освящает и помыслы наши добрыми внушениями, и тела добрыми делами, дает и нечто преизбыточествующее, именно то, что мы можем приносить и другим пользу посредством дара учительского, а также и Царство Небесное, как бы придавая нам некоторую лишнюю награду. Он подлинно добрый пастырь, а не наемник. Каковы начальники иудейские, которые не заботятся о народе, а имеют в виду только то, чтобы получить с него плату. Ибо они искали не пользы народу, а себе прибыли от народа. Господу нашему слава во веки веков. Аминь. Спасибо, Христос. Ну, а болящих... Виктор Андреевич, можно? Да. Толкование там добавлю. И войдет, и выйдет, и пажить найдет человек. Тут войдет Церковь Божия, а выйдет на благовестие и найдет пажить. А Библию пажить — это те люди, которые еще не воскресли для Царства Небесного. Поэтому там говорится о том, что найдет обильную пищу. Обильную пищу — это не про еду там говорится. Обильная пища — это духовная пища. Спасибо, Христос. Слава Христу. А болящих Татьяна Кузьминична всем поклон передает.
Вчера батюшка ее посетил. Ну, что не спросишь, у нее с венами проблемы. Болезни вен еще, кроме того, они были до того. Но сейчас они обостряются временами. Она выходит на улицу, гуляет там во дворе у себя. Еще болящий кто? Я хочу поблагодарить всех, кто молился за меня. Операция прошла успешно. Мне намного лучше сейчас. Ну, скоро, наверное, буду бегать бегом. Слава Богу, аллилуйя. Сильно не бегать. Аллилуйя. Дропоты, Надя, ну, сказала, что прислали смс-ку, что все захворали, и поэтому помогите, чтобы... Ну, мама моя тоже поклон всем шлет. Спасибо, благодарит Господи. За молитвы, и у ней продолжается. Помоги, Господи. С ее онкологией. Там еще продолжение лечения. Следует. Первая степень, и там как-то первая стадия, как это называется. Начальная вообще. Валентины Барышниковой сегодня нет. Никто не знает, но что. Она, ей, во-первых, погода такая, что по темноте ей идти очень трудно там по скользкой дороге. Вот я так думаю, что она по этому не пришла. Она не позвонила тогда? Нет, она не позвонила, не предупредила, что сегодня не поедет. Я думаю, что Надежда Васильевна есть место, она могла бы здесь побыть. Ей еще знаете, что вчера у них был случай, она потом просила меня помолиться. У них появились новые соседи, бомжи, которых выселили из самой даже Тальменки, еще дальше. Были когда-то они в Барнауле жили, потом в Тальменке там жилье потеряли. Теперь уже из Тальменки в это Наумово переехали. И там, говорит, милиция по 2-3 раза в день приезжает, они боятся, она Валя боится оставить свой дом. Тащут все подряд, в том числе даже дрова из сараек. Поэтому она, может быть, еще и поэтому побоялась. Помоги, Господи. Еще болящие, о ком мы не вспомнили. Любовь Петровна. Тамара глухонемая, что вы о ней слышно? Ничего? Любовь Петровна лежит в кардиологии. Опять в кардиологии? Да. Так она же заболела, вроде простыла. Вот на фоне болезни у нее сбился ритм сердечный, поднялось высокое давление, она 2 раза вызывала скорую, сейчас лежит в кардиологии. Ритм ей восстановили, сейчас она получает лечение, там давление ей подбирают, терапию, и от кашля, у нее сильный кашель вот после болезни, остаточные вот эти явления, или отек идет в легких, или что. Надо посетить ее нынче дня, скажу. В какой кардиологии? Она в нашей кардиологии, да, лежит в 10-й палате. Вчера у нее сестра была, она сказала, у меня все есть, мне ничего не надо, Таня, ну, поей 5 литров воды негазированная принесла, так что основным она обеспечена, ну просто попроведать. С 11 до часу. А вечером нельзя, да? Вечером только она должна спускаться, она не пойдет. Нет, конечно. Ну, все равно, если утром, то я завтра с утра могу сходить. Как, Наталья? Выходные, наоборот. А, в воскресенье, да. Ну, надо сказать, что... Выходные сейчас с 11. А будничные дни? Только вечером. Да. Только вечером. Аполлинария хворает вот. Что? Аполлинария. А что? Это только лицо. Сопли, каши. Ясно. Температура вроде как нет, а без конца. Так, заболели вы все нынче в сборе сегодня. Да, все здесь. Слава Богу. Еще о ком мы молились? Дробот нету. Вы сказали, что дробот и хворали, прислали смс-ку. Он тихо говорил. Валеры нету, что-то Валерия. А Миша? Михаил на работе? Да, предупредил. Кого? Оля Соклакова? Василий Николаевич. Володя вчера был? Кто вчера был на службе? Олейников был вчера? Володя? Нет. Что-то Вася стал уходить. Вы не ходите, чуть-чуть. Спросите, который его. Да. Он не хочет оставаться. Еще болящий, кто не вспомнили мы. Помолитесь о сыне моем Никите, чтобы Господь его даровал ему страх Господень. Как его зовут? Никита. А у нас помогите Никита, когда... Слава Богу, пока. Отошла она. Ну, так, да, потихоньку. Никите поможем. Как его звать? Так, еще о ком
Я уже из мозга выжил. Я глухая, слепая, я хромая, я уже пнёк там всё. У кого есть слово? Игнат Тихонович, исчерпались? Говорите. Людей интересуют рекорды. Такой-то, такой-то сделал, столько-то поднял, Олимпийские игры, все об этом. Все касается плоти. А в духовном плане какие-то есть рекорды? Такие параметры, по которым видно, что-то это необычное. Вот вырастила человек большая тыква, он примерно вот такой высоты от пола, больше метра. И он на ней сидит. У другого баран вырос, 150 килограмм, когда больше 30 у батюшки не бывает. В духовном плане, что есть такое, что Священное Писание отмечает как рекорды? Я эти вопросы начинаю задавать, а разве это есть? Есть, есть даже. И при том есть определенные даты этому появляются. Если ты верующий, и тебя интересуют Божьи дела, и Божьи дела, которые около тебя происходят, а более всего в тебе, ты будешь держать ориентир на это. Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Вот это планка. А о себе он говорит, больше всех был в страданиях, больше всех в проведях, больше всех, больше всех, больше всех. И по сегодняшний день кто подражает ему? Не знаю. У пророка Иоиля, 3 глава, 10 стих написано так. Туда, Господи, веди твоих героев. Людям присваивают герой социалистического труда, герой России, герой Советского Союза. А у Бога тоже герои есть. И этих героев мы знаем из Священного Писания. Определенно. Иофай. Чем он знаменит? Свободу дал Родине. И их перечисляет апостол Павел в послании к евреям. Всех этих, которые более известны были. Народ попадал в пленение, а их выводили. Вот я нигде это не читал, а просто события знаю. Так, чтобы человек вот выступил и сказал, иди, Господь говорит Иеремии, и выскажи все мерзости ей. Она хвалится, я христианка, я церковь, она мне не жена. Страшные слова. Не жена. И дети, которые обращаются, это дети прелюбодейства. Она дружит с миром, а дружба с миром есть вражда против Бога. Скажите ей, что я не знаю ее, я уничтожу все. И она дальше говорит будущее. Я окружу тебя тернием со всех сторон. Ты побежишь за своими любовниками и не найдешь их. Ну где были, которые советская власть, которые архиереи заигрывали, которые выполняли все заказы, которые имели клички КГБовские, нету. Нету ни Андропова, ни Черненко, и по порядку всех перебирай. Я, Господь говорит, поражу, покажу срамоту твою. И ты одумаешься тогда и скажешь, вернусь к первому мужу моему. То есть, когда я уверовала во Христа, с кем я спозналась, а куда пошла, на кого идет. Это эпиграфом к жизни многих. А Господь говорит, 16.5 Иеремии, я устал миловать. Бог устал. А, Господи, прости, Господи, помилуй. Бог это устал и не услышу. Так вот этих героев веры мы знаем сегодня или нет? Иди и выскажи ей все мерзости. Она думает, все нормально, гуляет, пьет. Она не жена мне, она еще не знает, она не жена. Вот давайте вдумаемся во все это. Кому церковь не мать, тому Бог не отец. И сказал карфагенский киприян, за это ухватились. А она давно не жена может быть. У каждого человека душа по природе христианка. Душа по природе христианка. Ой, ребеночек родился, как ангелочек. Ангелочек, говорит, а рога в потолочек. Маленький ребенок уже на своем настаивает. Сегодня она рождается не христианка, а язычница. Христианка, когда создал Господь, она была. А сегодня мы получаем наследие оттуда. Беззаконие защищает я. Беззаконие, законный брак. И во грехе родила меня моя мать, законная жена. Для чего и крещение существует. Дети-то все грешники. Так он маленький такой, как ангелочек. Он как накопил себя от родителей, так и есть. Мы не знаем Божью планку. Грех, я сколько раз говорил, много ли плодов сорвала Ева? Да и что этот плод значит-то?
Одно яблоко сорвал кто-то, а может быть сильно хотел. Умерло уже из-за этого больше 100 миллиардов людей. Во Вторую мировую по всему миру погибло 55, допустим, миллионов. Миллионов, 55, Вторая мировая, с такими сильнейшими пушками, оружием. А это больше 100 миллиардов, это какой-то плод там может, на яблоко похож на грушу. Мы должны научиться мыслить категориями Священного Писания. И когда видим, как далеко эта жена ушла, и говорим, ну почему никто ничего не говорит-то ей-то, почему? А Господь не говорит, чтобы трубы гудели, Он кого-то посылает, иди и скажи ей все мерзости. Так против меня тогда епископы поднимутся, патриарх меня отлучит. Знаешь, сколько здесь больших валунов лежит на пути? Иди, не малодушествуй, чтобы я не поразил тебя. Вот это слава. Да ты же меня избрал, Господи, для славы своей. Вот это слава, когда ты пойдешь там дальше. Тюрьмы, бить тебя будут, радуйтесь и веселитесь. Я говорю о событиях, о которых почти никто не знает. Застойное старообрядчество. Это то, что не пошли за Никоном. Реформа это. И эти люди. Вот у нас два перста. Ты, Господи, помилуй, там два раза. Дальше ничего нету. Старые иконы и прочее. И вдруг среди них появляется человек, который видит все. А кто он такой? Называется экстраординарный профессор Санкт-Петербургской академии. Михаил Семенов. Михаил, это уже монашеское звание. Он пришел из господствующей церкви туда. Он говорит, ну надо эти рамки только раздвигать как-то. Вот мы здесь были, где-то за Лесово, там храм старообрядческий. И прямо на вратах заходишь, когда в храм, и написано, щепоть и пальцы не складывать. Это ни коня не зайдут. Если кто так, выгоним из храма, там написано, удален будет. А он говорит, как бы не слагал пальцы, это не в пальцах дело. Пальцы только говорят, какой догмат. И вот сразу, а его поставили уже епископом канадским. Какие он проповеди написал, у меня это все есть. Они свои его, старообрядцы, заели. И он говорит, я причаститься нигде не могу, епископ. Я не знаю, о чем говорить. Наконец он тронулся умом, ночью пошел, там избили и умер. 49 лет. Это все описано в старообрядческом журнале, когда он умер. Как поэт говорит, они любить умеют только мертвых. А теперь апостол 20 века. Он перед революцией умер. Апостол, это старообрядцы его называют. И вдруг у них появляется наш современник Семен Дурасов. И вот их дед знает хорошо, его встречались. Моя сестра его видела где-то. И он высказывает все эти мерзости в старообрядчестве. Вы думаете, Бог только на нас смотрит на пальцы? А вот это, у нас амбарный замок все время висит на храме. Когда последние беседы были? Людям собрания-то не нужны. Христос-то не нужен. Он нужен только как податель хлеба. Накормили, и они пришли, с царем хотели сделать. Он говорит, вы не потому что чудо видели, вы наелись, и поэтому за мной гонитесь. Прокатил спот, просвору, и все, больше ничего не надо. Гляжу там, один говорит, тут трое сидят, он мигом их вымел туда, все, их нету. Следом один за одним. Ели, просвор получили, идите, делать нечего. Кто это научил так? Это все повторяется. Потом будете канонизировать, кто вам говорил. Строить гробницы. И его, старообрядцы, из сана исключили. Наш современник. Давайте мы посмотрим. Старообрядцы, понятно. Это люди любят что-то, не как мы любят. И... Но у нас сегодняшнее положение-то какое? На прошлой неделе, это маленько, может, раньше даже, вы знаете, город Болгар, около Казани, отца Владимира Головина запретили на 3 месяца, а теперь исторгли из сана, снятие сана. А такого выражения снятие сана вообще нету нигде. И весь суд продолжался 28 минут. И попутно сына его, иеромонаха Анастасия, и его сняли сан. И сейчас в интернете они изгаляются над ними. 7 человек, 2 мирские женщины, или хоть это знает где-то. И они его поносят. И, конечно, во главе глава сектоведов Дворкин. За Дворкин. Знаете, когда убивали Стефана, был плач. О чем плач? Как много они от него получили. Какие наставления были. Он же в предсмертном
выступлении говорит все по Писанию, и все соглашаются, и вдруг он ломает обстановку. Вы руками беззаконников распяли. Слушаете, подтверждаете, глава, стих, Библию знаете наизусть. А сами распяли Христа. И они его побили камнями. И был плач. Такого больше нету. Но никто не знал, что зарождается другой, который одежды стерег. Доверенное лицо. Мы знаем этого Савла, это Шаул. Саул. Это одно и то же имя, говорят специалисты. Но дело-то еще вот в чем. Сегодня за отца Владимира кто восстал? И вдруг приезжает кто? Шахматов Алексей. Человек мирской. Я, говорит, не православный. Он там блогер, журналист, какие-то еще там звания у него. И он почти 2,5 часа с ним беседует. Потом отдельный ролик вышел, где он по усадьбе ходит. Теперь этого Алексея Шахматов выводит на меня, дескать, вот познакомьтесь с таким-то человеком. И он откликнулся, теперь готовит, обратился по всему эфиру. Какие вопросы задать Игнатию? Какие? Я их озвучу, дайте. Они говорят, никто на эти вопросы не ответит. Ему говорят. Он говорит, ну дайте я попробую, может он ответит. Есть вопросы, которые никто не ответит. А почему? За ними стоит слишком многое. И Господь, Спаситель мира, вдруг восставляет человека, который говорит все эти мерзости. Вы еще не знаете. Вот на этом самом месте стоял я когда-то и говорил. В Томской епархии, глава называется как миссионерского отдела, Максим Степаненко, и он вышел назад, женщины, которые рождают без мужей, они на вторую букву алфавита называют, и прямо озвучил это слово. Блуд, это одна буква, так и то получается. И оно не ругательное слово. Путана может сказать, блудница, может, проститутка, можно. А это не литературное. Оно литературное, оно в Библии считается. Прямо написано, и занимаются бледословием, по-славянски. А что, пустословием, там ничего нету. А эта женщина-блудница, так называется. И его, на него как поднялись эти, которые прихожане, там 90% они и есть, он их тронул-то. А по стране сколько? Епархию засыпали требования. Архиерей сразу его снял. Сразу же сожрали его там. Но он остался там работать, рядовым где-то. И он обо мне написал. Этот старик, говорит, вот у нас он все оставил, приехал, принял полное крещение. Так там у него, представь, это председатель или там глава миссионерского отдела едет вот в Потеряевку и в воде он там и все снимает сам и отдельно выставляет. Это героический поступок. А я увидел, он там, кажется, без бороды был и в галстуке. Я ему высказал, и он сразу же откликнулся, все, к бороде не прикасаясь, да, галстук долой. И он на прошлой неделе, позавчера, разразился тремя примерно статьями. Я вздрогнул. Значит, надо о нем помолиться. Его могут просто физически устранить. Что он скрыл? Он скрыл все язвы православия сегодняшнего. Заголовок статьи. Почему православные пожирают друг друга своих? И перечисляет всех. И меня там тоже поставил. Там. Ну, кто я такой? Там священники, и Болгар, там этот Головин, и Андрей Ткачев. И какие нападения были на того, на другого, на третьего. Он все у него образование большое. Эти статьи мне скинули. Я их насчитал раз, а потом решил отдельно. Ну, какой чтец-то? Без зубы, не слышу, глаза не глядят. Все равно я недоволен остался. Но насчитал. Много отзывов. Теперь ждут этого Алексея, когда он выйдет на меня. А тот обрабатывает материалы, видимо, нет, не сразу. Ему показали, что я делаю. А я еще стану, еще буду говорить-то. Надо ему говорить надо, задать вопросы. Помолитесь о нем. Алексей Шахматов. А в Максиме отдельно. В «Комсомольской правде» была статья. Самая страшная неподкупная мафия – это в патриархии. Если думали убрать, они уберут. Мафия, не как-то называется, мафия. Открыто. Он поднял три статьи, по которым 90% архиереев, 90% священников безблагодатные вообще. Вы должны, говорит, признать это или это. Я не он говорит, я не утверждаю, но ну возьмите, говорит, 6-й Вселенский собор, 14-е правило и 15-е. Если в пресвитер, в священнике рукоположен до 30 лет, ибо и Христос раньше не вышел, извергнуть его, или что свяжете на земле, связано на небе,
Вселенский собор связал, вы что делаете-то? Для вас они не существуют, правила. Вы должны тогда открыто сказать, мы не православные, правила не соблюдаем, каноны прочь. Почему вы лжете? Вот Фанар, это Константинополь, они прямо пошли. Если должен быть муж одной жены, они, вот, жена у него, попадья, не поладил, развелся, не умерла ничего, женился на другой, продолжает служить. Они отменили это правило. Сегодня патриархия установила 12 причин развода. Она одна только, прелюбодеяние. Ну, 12, то есть... По любой причине можешь. Почему я говорю развелся? Ну, а мы с ней во мнениях не сходимся. Во мнениях. Да ты со своими мнениями позапрошлогодними-то не сходишься. Я про Максима говорю. И он, где-то 3 статьи у него есть, и все такие огненные. Я им сказал, знаете, я говорю, когда Державин написал поэму «Ода, Бог», знаете, у нас она вот здесь вот есть, в третьем томе, в конце, то один из декабристов, Кюхельбекер, друг Пушкина, и говорит, Гаврила Романович, да понимал ли он, что он написал? То есть подобного нельзя написать, если рукой Божьей, не рука Божья будет водить. О, да Бог! Она здесь у нас. Кто желает, может прочитать. Если есть эти желания, прямо сейчас можем прочитать. Прочитайте. Прочитайте. Давайте. Кто будет читать? Кто? Давай посмотрим. Какой частичный? Надя, читай. Ну, дома, да давайте дома почитают они. Ну, подожди, ну о Боге все красиво написано. Всего 2 странички. Подождите, иди читай. Надя, посмотрите, я поместил. Да там так просто не прочитать, Надюша. Да? Ну конечно, вы что, как маленькие-то повелись. Давайте потом, а? Пускай прочитает. Это пускай Игнатьевич, закончите. Нет, нет, все, она начала. Начнем песнопение. На одном развороте. Песнопение. Ну, прочитай громче только. О, ты пространством бесконечный, живый в движении вещества, течением времени привечный, без лиц в трех лицах божества. Дух всюду сущий и единый, кому нет места и причины, кого никто постичь не мог, кто все собою наполняет, объемлет, объемлет, зиждет, сохраняет, кого мы называем Бог. Измерить океан глубокий, сочесть пески, лучи планет, хотя и мог бы ум высокий, тебе числа и меры нет. Не могут духи просвещенны, от света твоего рожденны, исследовать судеб твоих. Лишь мысль к тебе взнестись дерзает, в твоем величии исчезает, как в вечности прошедший миг. Хаоса бытность довременно... Довременно из бездны ты вечности воззвал, а вечность прежде век рожденный в себе самом ты основал. Себя собою составляю, собою из себя сияя, ты свет, откуда свет истек, создав и все единым словом, в творении простираясь новым, ты был, ты есть, ты будешь в век. Ты цепь существ в себе вмещаешь, ее содержишь и живишь, конец концом конец началом сопрягаешь и смертью живот даришь. Как искры сыплются, стремятся, как солнце от тебя родятся, как в мразный ясный день зимой пылинки инея сверкают, вратятся, зыблются, сияют, так звезды в безднах под тобой. Светил вожженных миллионы в неизмеримости текут, твои они творят законы, лучи животворящие льют, но огненные сии лампады, иль рдяных кристаллей громады, иль волн золотых кипящий сон, иль горящие эфиры, иль вкупе все светящие миры пред тобою, как ночь пред днем. Может быть, и последний. Тяжело. Одну страничку прочитала? Ну да. Так, ну-ка попробуй это, Сергей. Ну, дочитать один раз можно. Понимаешь, какие слова, где это учитель Пушкина. Старик Державина заметил, в гроб хотя благословил, писал он. Ничего подобного в мире нет в поэзии. Второй раз. Как капля в море опущена, вся твердь перед тобой сия. Но что, мой зримая, но что мной зримая вселенна? И что перед тобою я? В воздушном океане оном,
Миры умножа миллионам сто крат других миров, и то, когда дерзну сравнить с тобою, лишь будет точкою одною, а я перед тобой ничто. Вот, к слову сказать, вот это, в то время не было таких исследований. А сегодня показали, вот скорость света 300 тысяч километров в секунду, и обнаружены планеты на расстоянии 4 миллиарда световых лет. И он об этом говорит. Но ясное дело, что тогда он не мог этого сказать. Бесчисленные миллиарды, не миллиарды, а мириады, то есть бесчисленные. Дальше. Ничто. А как же купол? Но ты во мне сияешь величеством твоих доброт. Во мне себя изображаешь, как солнце в малой капле вод. Ничто. Но жизнь я ощущаю не сытым, никаким летаю, всегда парением высоты. Тебя душа моя быть чает, вникает, мыслит, рассуждает. Я есмь конечно, есть и ты. Ты есть, природы чин вещает, гласит мое мне сердце то. Меня мой разум уверяет, ты есть, и я уже ничто. Я уж не ничто, простите. Частица целой я вселенной, поставлен мниться мне в почтенной, средине естества я той, где кончил твари ты телесных, где начал ты духов небесных и цепь существ связал всех мной. Я связь миров повсюду сущих, я крайняя степень вещества, я средоточие живущих, черта начальна божества. Я телом в прахе истлеваю, умом громам повелеваю, я царь, я раб, я червь, я бог. Но будучи я столь чудесен, отколи произшел безвестен, я сам собой я быть не мог. Твое создание я, создатель, твоей премудрости я тварь, источник жизни, благ податель, душа души моей и царь. Твоей то правде нужно было, чтоб в смертную бездну приходило мое бессмертное бытие, чтоб дух мой в смертность облачился, и чтоб через смерть я возвратился, Отец, в бессмертие твое. Твое. Неизъяснимый, непостижный, я знаю, что души моей воображении бессильны и тени начертать твоей. Но если словословить должно, то слабым, смертным невозможно тебя ничем иным почтить, как им к тебе лишь возвышаться, в безмерной разности теряться и благодарны слезы лить. Давай-ка сюда. Я почему сказал-то? Собственно, не стихотворение хотел прочитать, а как отозвался Кихельбекер, декабрист, о нем, да понимал ли? Я это отнес к словам, которые Максим написал. Да понимал ли? Он с такой тщательностью разобрал все, что делается сегодня. Вот смотрите, крестит неправильно. 50-е апостольское правило. А если не три погружения, да будет извержен. То есть уже дважды извержен. И далее. Седьмой Вселенский собор, третье правило. Если поставлен там независимый епископ, священник, одинаково, с участием мирских властей, да будет извержен. Оба извергаются. И далее. Симония. Вот это церкви продают, там заказывают, что это симония, это смертный грех. И вам ли на отца Владимира говорить, который вышел и сказал, какое? Он с посохом по деревне, там 10 тысяч, что ли, все население-то, где он служит-то, с посохом шел в своих галошах. Ну где запрет? Какой канон он нарушил, говорит. Дальше. Сделал себе гробницу, там, ну гроб стоит. А это уже тебя святых и князья, и все делали.
То есть ничего они не могут сказать. Тем более снимать, если то не сан снимается, а запрет служения. Повторяю, у католиков при множестве заблуждений за 2000 лет сан не сняли ни с одного еще. Ни с одного. У греков по сегодняшний день, а мы от Греции получили еще ни одного священника, сан не сняли. Нет, такое выражение не существует. Сан не снимается, с должности снимается. А это пожизненное. Вот она развелась, ну, брак-то совершается, говорит, не на земле. И здесь рукоположение, он не имеет права теперь благословлять, все, но он, как священник, имеет право, когда священное собрание где-то, он имеет право присутствовать. Быть рядом там, или епископ. Нарушены все правила. И кроме того, если вас-то перетрясти по канонам-то, у вас никого не останется здесь, он им говорит. И он подробно все это бездарит. Почему? Терпеть не могут, когда человек талантливый появляется, оно, на этом фоне, то никто. Любыми путями выжить. И вот, говорит, в Америке там приехал какой-то, накупил матрешек. Одна матрешка в ней, вторая, третья, четвертая, там меньше, меньше, меньше. Начальник мыслит, я большая матрешка. Значит, я подчиненно расти не могу, ты. Все только меньше. А он записку сделал, ты матрешек много там, рассылает менеджерам, и ты будь меньше. У тебя тогда над тобой, который еще выше, у тебя все будут расти, пока до высшего не дорастут. А ты при себе останься, при твоем мнении. То есть люди, и он все это употребляет. И матрешки изобразил там в этом в статье своей. Значит, Максим Степаненко вышел с большим запасом. Еще что-то не сказано. Но здесь сказано достаточно, чтобы все потрясти. Как дальше будет дело, а это все открыто. И потом он открыто, прямо называет все имена и ничего не скрывает. Другой десятки раз оговорится, да не думайте, я не осуждаю, сегодня не наступает. Пророки так не говорили. Они выходили и говорили, как апостолы, вы, стоящие здесь, вы распяли его. Вот тогда оно тронуло. Они так, я тебя не хотел обидеть, они конкретно, ну и дальше начинают. Ну, что с надо взять? Духом, говорит, пониже и телом пожиже. Так, теперь простое житейство. У кого есть хороший магнит большой? Нам на время или совсем? Раньше как-то приемников был. От нашей пилы у Володи потерялся какой-то там, то ли болт, то ли еще... Да у тебя какой? Большой он? Маленький. Вот такой круг был тогда у нас по терялке есть. У кого есть магнит? Я на брата Игоря надеялся, что у него есть. А у кого? У Василия, значит, надо спросить, у него все. Ну, я думаю, у Николая Польгова, у Николая Крущина, вот это надо куда кинуться. Да. Чтобы найти. Кого старые приемники, колонны? У Пенкина спросите, у него все. У кого? Пенкин, Володя. И самый Володя Пенкин. Пенкин, Володя. А откуда у него? Да у него все. Он никого ничего не делал. У него там все есть. Ну не знаю, на свадьбу если не подошел. Так. Значит, вы это услышали? Запишите себе. Молиться надо о Максиме, чтобы Господь сохранил его. Явное дело, он пошел на полный разрыв. Этого и просто так не прощают они. И он показал, вы давно уже ушли туда, откуда не возвращаются. Прямо обращается до самого верха. Так проклял он их или нет? Нет, конечно. Что? Проклял или нет? Да пока ничего не известно. Они еще здесь не разобрались. Этот решил набрать 100 тысяч подписей шахматов и прямо передать патриарху. Уже все сделал, отправил туда. Но они говорят, ну, мирские, тем более люди, подписи им не нужны. И он прямо патриарху говорит, что дальше-то будет-то? Вы сами посмотрите, кто бы ни возник где-то и говорит о погибельном положении, вы сразу съедаете его. Пожирают друг друга. Я выставил уже его насчитанное три ролика. Так, Игнатий Ильич, он говорит-то со знанием дела. Конечно. О! И он по-другому не может сказать. Патриарх-то, когда говорит проповеди, ну послушайте, в субботу, у него все хорошо, у патриарха. Любой храм, любые святые. Он все это и говорит. Он только маслом мажет, там вокруг такие морды уже стоят. Простите. Он говорит, отдельная статья Кураевщина. То есть поэтому... Андрея Кураева любили везде. Что? Почему? Что? Потому что медом и жемчугом сыпал. А как коснулся, что садомия там. А этот говорит, вот епархию разбили на три. Три епископа и все садомиты. Все три. Заговор. Садомиты, мужеложники, которых Бог огнем выжигает.
Это все, все это раскручено. И во всем мире сейчас об этом такие, такие толки идут. Тысячи и тысячи запросов. Что с вами делается? Полное крушение. Значит, меня Бог пока хранит. Помолите, чтобы как-то маленькая волна прошла стороной. Я посчитал, против меня уже не два ролика выставлено, а примерно 220 роликов настоящих. Притом все ролики из моих материалов берут. Переворачивают, дальше огонь горит, сатана, мне рога наставляют там и прочее. То есть полное бессилие, они выдохлись, у них ничего нету. И когда зайдут на наши ресурсы, там что каждый день выставляют Златоуста, проповеди записаны, жития святых, то есть ничего нету. А вот кто-то где-то сказал, когда-то там я, ну я сказал, так сказал, и по времени надо смотреть, и не просто из текста вырвать. То есть и не забудьте там помолиться, чтобы как-то это устроилось по-божески. Чтобы, ну и маленькое чудо хотел рассказать мне. И возникла Русская Православная Церковь. Батюшка заходит вчера ко мне, а у меня на столе вот так тряпки кучей лежат. Батюшка, что такое? Ну что-то вкусное вам принесли. Я говорю, диетическое. Он не знает, что. Я говорю, я полез на голубян, а они там в гнездах, а на земле в разных углах тоже парят. Я когда даю корм, пощупаю теплый, там подошел, а он не вывелся. Один голубенок замерзший, а яйцо другое он не вывелся почему-то. Расколотил, или там болтун там было, то другое это. Я его взял в руки, ну, ледышка застывший. Ее нет, матери нет нигде, отца. Лежу, у него рот раскрылся. Я подумал, то, что я тряхнул, и бывает, и у покойника раскрывается. Он где-то подержал теплый, лежу, он еще раз раскрыл рот. Я его домой, давай дышать. И отогрел его. Отогрел. Теперь мы с Володей, как его накормить-то? Ну как? Ну, да, вот клюв-то возьмем, он отломится где-то. Он глаза открыл. Я его кастрюлю на плитке подогрею, теперь кастрюлю там сделаю, чтобы температура была, его там на рукавичку сверху закроем, замотал. Вот что делаем-то. Выхода нет никакого, он за ночь у меня сегодня опять в комнате у меня замерз. Но не до смерти. А он с перьями или нет еще? А? С перьями или нет? Да никаких перьев, он весь голый, как он щекал. И что, и вы думаете его возродить? Да. Мы его кормить начали. Как кормить? А как кормить? Это чем? Шприцом там сделали, там что-то просто сварили, размяли, я маленько меду добавил, там что-то еще. И это шприцом ему в рот. Фильм показанный, один там в Германии как кормит, в виде пистолета он так насосом затягивает, потом раз, ему точно в горло. Именно голубенка? А мы, я врезал фломастер, его фломастер-то он толкали, ну, который толкать ему в рот, оно больше, чем рот у него. Ну, что делать-то? Вчера я его решил так, один говорит, я кормил изо рта. Ну, Володя там наготовил, я взял в рот, и его в рот себе. И он у меня все съел. Но съел-то он, не замерз ночью-то. Я боюсь, значит, один из вариантов, мы лампочку ему туда как-то поставить. Второй вариант, мне с собой эту кастрюлю брать под одеяло. Да. Третье, попытаться найти голубя, который примет его. Я, уходя сюда, под своего, который в комнате, подсунул. Ага. Вот что будет, дальше не знаю. А у вас же грелочка-то есть, Игнат Тихонович? Грелка есть у вас там? Электрическая? Есть. Грелка. Да не, грелка никак не пойдет. Ему нужна температура определенная. Определенная, а сколько, я не знаю, там 35 градусов где-то. Вот это чудо, что занес ты ледышку. Первый раз в жизни вижу такой, совершенно ледышка твердая. И вдруг отошел, и мама ест. И даже у него оправлялся не один раз. Вот такое у меня чудо было на голубях. То есть, в каком бы состоянии человек ни был, не опускайте руки. Вот как определить человек с нами? Никак. Он с нами вместе, но они вышли от нас, и через сто обнаружилось, что не все наши. Да, да, причина, да. Когда выйдут из общины. То, что не сидит здесь, не бывает, это еще не говорит ничего, это добрые люди и прочее. Жалко только, что они, ну, не привязаны к нашим делам. Ну, Бог знает. Знает. Но пока не выйдет, мы ничего не можем сказать. Быть надо осторожными в словах. Прости, Господи, меня. Да. Говорит, что болеет. Да, болеет она. У нее прям голоса нет. Оля Соклакова за него помолиться просила. Можно еще? Да. Я хотел вас перебросить, может быть, в недалекое будущее, а может и в далекое. Надо молиться об Иерусалиме. Видите, все решается в центре Вселенной. Это город Иерусалим. Сейчас опять, видите, Трамп ни с того ни с сего. То перенес свое посольство в Иерусалим, сказал, что Иерусалим столица Израиля. Хотя там же и арабы тоже, и восстание было. А теперь голландские высоты, которые принадлежали Сирии,
на границе Сирии, теперь передают. Трамп сказал, что это будет теперь территория Израиля. Израиль, конечно, обрадовался, молодец, США. Но он-то все границы делает Организация Объединенных Наций. И по этим, по этой границе голландские высоты, это где-то 1000 квадратных километров, больше не может, она перешла на Сирию. Но Израиль оккупировал эти территории, и теперь опять война начинается у них там. Теперь Сирия начинается. Ну, туда пока ввели, там и русские, наши есть, и российские, и там, ну, и ООН, голубые каски все. Так что, ну, сами понимаете, как только начнется все в Иерусалиме закончится, начнется все у нас. Ну, везде. Потому что третий храм, он должен быть воздвигнут. Пока что там мечети. Как они будут взорваны, сломаны? Ну, они будут сломаны и однозначно. Это будет страшной войной. Как сформулировать молитву об Иерусалиме? Правильно. Ну, так и говорят, молитесь об Иерусалиме. О мире в Иерусалиме. Мы молимся каждый день, дай мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. Мы каждый день молимся. Но тут еще надо сказать, что Бог уже высветил цифру. За мировую войну 55 миллионов, здесь погибнет 2,5 миллиарда. Третья часть зеленой травы сгорит. И толкование идет это о людях. На земле. Так что мы ничего не можем сделать. Они нас, конечно, убьют. Мы будем говориться с небом, они все равно сдохнут здесь. Владимир Владимирович так сказал уже. Ну только он единственное не добавил, что правда перед этим придется Москве сгореть. Москва все равно сгорит по-другому. Да, это уже ничего не сделать. Приговор. Но это не значит, что Россия погибнет. Поэтому вы сильно не переживайте за Барнаул. Москва сгорит, но это и написано дальше. Но войска Гога и Магога все равно пойдут к Израилю. Придут туда. Да, к Израилю. И там погибнут уже. Да. Вся армия там погибнет. Да. Северные народы. Да. Северная армия. Не спите. Северных народов. Представляете, что это будет за побои? Достойно есть кого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога слова рушую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия иноплеменников, от внутренних распрей, от беззакония, которое в тайне, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославного во Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бога Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, Авва, Отче. Господи, научи нас семикратно день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, прими нашу молитву, воздяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Владыка. Мы умоляем Тебя, соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Боже всемогущий, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Отец Небесный, во имя Иисуса Христа просим, прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них, спаси их и помилуй. И даруй духовное рождение всем, призывающим имя Твое, и сохрани их от всего, что не славит Тебя, и этого брата нашего Максима сохрани, Владимира, и Глебу не дай отчаяться. Тебе, Господи, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушай и дослышит раб Твой.
Аминь. 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 Во славу Божию. Спасибо. Виктор Андреевич. Сейчас мы... Откройте, пожалуйста, шторы.